А, что такое? А можно я переоденусь? Сейчас же мои сестры придут. Они скоро придут, но можно только лишь накраситься. А чему? Переодеваться ты умеешь, так ошибок на выборы. Мама, ну зачем ты это говоришь каждый год? Я уже большая. И могу одевать все не шиворот, как его там, на выворот. Ну ладно. Ну, Санна, если тебе захочется, спроси моего разрешения. Хорошо. Сейчас я выберу самую красивую резиночку. Ой, она наверху шкафа. Я не... Опа. Мамочка, ну как тебе? Я нравлюсь? Очень красиво. Скоро придут гости. Через полчаса. Можешь пока что выбрать подарочек. Подарочек! Ого! А можно? Конечно, можно. Там у них вообще три игрушки. Ой, лампа упала. Вот я пошла выбирать, мама. Хорошо, а я пока что починю люстр. Дочка, ты выбрала уже? Да, мама, я выбрала Hello Kitty. Очень хороший подарочек. Ведь там уже взрослая девочка подросла. Что, Элина? Конечно же, Элина. Тоже еще. Да, Элина с Катей придут. Не забудь это спрятать. Хорошо. Ой, хе-хе. А давай я шкафчик спрячу, а потом я там. Хорошо, отличный выбор для пряток. Пошла. Вот тут можно. Так, хватите, я отвлекну. Опа. Ай-яй-яй, ну потом уберу. Ой, косметичка. Надо все это на место положить. Вот так. Опа. Оп. Ой. Вот так. Пошла маме сказать. Мамочка, что такое? Я уже спрятала. Косметичка, правда, упала. Но я на место положила. Какая у меня умница растет. Спасибо, мама. Ну, я пошла как вот там, к папе кексик есть. Так и не забудь с папой поделиться, там один остался. Да, пап, там два, папа же один съел. Ай. Фух. Папа, а ты поделись кексиком? Папа, можно ты поделишься кексиком? Как раз один остался. Вот, бери. Хорошо. Ой. Спасибо, папа. Ну, я пошла, хорошо? Хорошо. Ну, на этом все. До новых встреч. Пока-пока.